Всем доброе утро. Время 8 часов. Спортсмены разошлись по зонам. Погода изменилась облачно, несмотря на то, что по прогнозу сегодня плюс 18, но ветер очень холодный, приходится укутываться. Ребята местами поменялись, каждый выступает в новой для себя зоне. Никто не остался по итогам жеребьевки в той же зоне, в которой выступал вчера. Рыбалка в каждой зоне была особенная, поэтому посмотрим, как справиться. Вот сигнал прозвучал о том, что сейчас будет перекличка и осмотр зоны. Нормально, сейчас будет осмотр зоны, будем смотреть, разбирать тактику. Тренер Толя поможет. Сейчас я нарисую схему своих передвижений по зоне. Хорошо. Харам, тайминг. И я должен соблюдать этот тайминг, да? Да. А если не буду? Отступать нельзя. Какое наказание? Отступать нельзя. Ну ты и так на волоске в команде. 0-2-0-3. И до талого ждешь. И потом выматываешь и перезаброс. Да? Мне терпения не хватило. Попробуешь ли? Попробую, если терпения хватит. Совсем были зона такая как раз. Че? Зона такая у тебя как раз безрыбная. Ну да. А может и рыбная будет. Не обзывается. Павлов пошел! Подожди, сейчас пока. 2 рыбы всего. Десять минут прошло после старта, довольно активно начал ловить рыбу. Смотрите, как неравномерно распределяются спортсмены по зоне. Вот это моя зона В, и вот в начале стоят 3 спортсмена, а все остальные спортсмены, 13 человек, они прижаты к краю зоны, посередине водоема получается. И этот берег, солнечная сторона, не так хорошо видно, но здесь тоже прям явные места, где спортсмены плотно стоят, и прям пробелы, где никого нету на протяжении нескольких секторов подряд. Ваня порит на блесну. Все на резину ловят, он на блесну. Красавчик. Сигнал финиш первого периода. Ваня вынес зону, я думаю. Димон тоже неплохо, у Кирилла что-то не пошло. И многие, в отличие от вчерашнего дня, ловят на блесны. И Ваня вот сейчас просто стоял в толпе и на блесну ловил. И сейчас я посмотрел, ну погода изменилась, вот пасмурно. И рыба на блесну начала очень неплохо отзываться. А где у него? Ну, не очень, ну где-то 5-й, наверное, 6-й. Ваня там вынес зону, сделаем что-то там. Но и в зоне Кирилла тут лебедь на блесну ловил. То есть блесны начали работать. Многие, ну то есть не отметай, как прежде чем на тыкву вот рубить. Ну, поклёвки не велось.
самом разгаре, второй период, многие ловят на блесна. Сейчас вот в первом неплохо ребята отловили на блесна некоторые, и сейчас информация до всех дошла. И уже такое прям количество народу, ловящих на блесна, разительно отличается от вчерашнего дня. Вчера вообще никто не ловил на них. Когда? Ну, три поймал или четыре. Ну, вот, блесна чуть затихло. Да, сейчас попробую на резину, если нет, хотя вот слева воробьев ловит на блесна. Как дела, Кирилл? Две рыбы поймал, все на блесна. Такая ловля сложная, кто-то ловит на парение, кто-то на резину классику, кто-то на блесна. Вот сейчас Димон первый поймал на блесну. Надеюсь, сейчас в нее поверят, перестроятся и дело у него пойдет. Потому что я ему несколько раз уже подходил, говорил, пробуй блесну, он ее пробовал, не получалось. Все, вот сейчас смотрю, первый поймал. Завершился второй период, Дима 3 поймал, Ваня 8, Кирилл 5, это вот ниже середины, тут, ну, надо чуть больше ловить, Диману надо 5 ловить, Ване 10, Кириллу, ну, Кирилл нормально, он сказал, 4-й был, в общем, надо чуть-чуть постараться поднажать. Расходятся спортсмены перед началом третьего периода. У Вани сейчас первый старт. Встает самый рыбный сектор. В угол должен выносить в этом старте. Сейчас понаблюдаем за ним. Блесенный сектор. Рыбы много. Ваня на блесна ловит хорошо. Думаю, все будет хорошо. Сколько? Штук 15 должен. Старт. Ваня начинает. Пала 3,8, семечко, пошел, договорились, что он ловит, дальше. Посмотрим, будет ли сейчас у нас первый проводок. Положил на дно, неспешная проводка с росиками. Вот первая проводка и первая рыба. Все четко работает паренечек. Палка вниз, подводит к подсаку и вот только здесь поднимает. Все с блесны, как правило, рыба отпускается быстрее, она не зажирает. Видно, релизер не брали, потому что такой ловли не должно было. А здесь не знаю, можно релизить. Это официальное соревнование, здесь, возможно, так делать и нельзя. Все, готово. Один балл есть. Смотрим дальше. Проверил крючок. Заброс. Убрал фишку. То есть тоже вот, чтобы время не терять, он убирает, ну это уже такое как мастерство. Убирает, не то, что убирает фишку, потом делать заброс. Вот делать заброс, пока прямая тонет, можно убрать фишку. Поправить что-то, экономить какие-то вот секунды на этом. Есть безупречное уважение. Подвел подсак и только начал после этого поднимать спиннинг. Я не сомневаюсь, что зону он возьмет. Пособие как не надо вложить. Палка кверху. Все время. Так уважить нельзя. Я показываю, как Ваня уважает. Ваня уважает правильно. На мой взгляд, совсем плохо. Ваня хороший темп задал. Вот я две рыбы заснял. Показал вам, и вот пока отхожу от него, смотрю, третья проводка, третья рыба. Вообще результат очень хороший, ветер усиливается, подветренная сторона. Кстати, вот местный лебедь уже не сказал, что от ветра очень сильно зависит
где концентрируется форель, подветренная сторона, вот как раз туда, куда дует ветер, там рыба концентрируется. Рыбу он поймал одну на плесна, когда подходил. Сейчас переключился на парение и поймал. Вон, где-то быстро переключается, ориентируется. То есть в секторе рыба стоит та, которая предрасположена клевать и на блесну, на активную проводку. Есть та, которая клюет на совсем медленное что-то. Надо пробовать и ту, и ту поймать. Это разные рыбы, то есть та, которая клюнула на парение, вот сейчас кидал, поймала, она не клюет на блесну. Половина третьего периода прошла, рыба, конечно, уже подсела. У Димана самая сложная зона, рыбы очень мало. Сейчас с нулем пока бегает, ну, у них нулей больше половины. Кирилл пару штук, ну, у Вани рыбы много. Ловит чуть не с каждого заброса. Встал с первым выходом, встал в хороший сектор. И отрывается на полную, можно вот так позавидовать. 15 есть? Не знаю, но в районе. Я думаю, 13-12, что-то такое. Прозвучала команда «Финиш» третьего периода. Диман, к сожалению, с нулем остался. Кирилла 2. Но у него зона безрыбная. Не знаю, насколько он далеко улетит с нулем. Второй день ребята его тащат. Надеюсь, все получится даже с нулем. Минута до старта четвертого периода, решающий период. Ваня должен отыгрывать и становиться чемпионом команды. Командой очень тяжело, но можно зацепиться. Зацепиться можно, потому что в целом стабильных команд очень мало. У нас лидирующий Ваня, который тянет локомотивом команду. Посмотрим. Пока даже предположить не могу, какие результаты командные, но Ваня, если сейчас будет в пятерке в этот период, то он чемпион. Он в четвертом периоде вот в этом стартовал, 16-м, самым последним. Все, финиш, четвертый период закончился. Димон все же поймал одну рыбу, очень круто. Собрался и поймал. Сейчас будем подводить результаты, пока непонятно, но скорее всего мы какие-нибудь четвертые так и остались. А Ваня молодец, чемпион. Ну, просто ему попалось, клюнул, поймал. Ничего тут не нащупаешь, что ли? Чемпион? Наверное, да. Красавчик. Диман что? Диман одну поймал сейчас. Но... Так плохо? Да. Ну что, мы вторые? Мы вторые? Ну, по моим подсчетам, да. Вторые уже посчитали. Первое место. Кабанов Иван.